Мы с вами проговорили выступление Доры Вос, но мы еще увидим ее упражнение с обручем, поговорим об этой гимнастке. А сейчас второе упражнение в этом потоке выполняет представительница Франции. Красивая гимнастка. С хорошими данными, да, такая невысокая, но прекрасно сложена, худенькая. Я хочу сказать, что проблема веса в художественной гимнастике – это не просто проблема внешнего вида, это и проблема атравматичности, потому что при тех сногсшибательных элементах, которые выполняют гимнастки, при прыжках, проблема веса – это отсутствие травм, то есть отсутствие лишнего веса. Конечно, или ты прыгаешь с одним весом, или ты прыгаешь там даже на 2 килограмма. На 500 грамм, на 500 грамм, на 500 грамм больше. Это совершенно другие ощущения. Ощущения у твоих суставов, у твоих связок. И, конечно, это очень трудно. И стараемся выглядеть хорошо. Да, ну вот то, что касается одной из наших звезд, Яны Кудрявцевой, то сейчас в этих соревнованиях участвовать она не будет. Возможно, это будет этап Кубка мира Веспа, который пройдет в Финляндии, возможно, еще более дальний турнир, потому что девочка восстанавливается после травмы. Да, у нее как раз травма не из-за веса была. Нет, не из-за веса. У Яны все прекрасно. Нет, но, с этим, ну, да. Так, как говорит Елена Карпушенко, сейчас для нее проблемы веса, каждые 100 грамм тоже будет существовать. Сейчас, этого сейчас, нельзя. Конечно, при восстановлении, конечно, это тоже играет очень большую роль. Ну, у Яны никогда не было проблем с весом, она прекрасно сложена, выглядит как модель, и приглашается я не думаю, что это для нее.